Со слезами и улыбками до боли знакомые песни подпевали собравшиеся на традиционном празднике в городском совете ветеранов. Каждый год в преддверии 9 мая здесь чествуют тружеников тыла, детей войны и тех, кто добивался победы на фронте. Зал совета вмещает 50 человек, еще около 50 поздравляют по домам. К сожалению, с годами все меньше и меньше становится, потому что даже дети войны уже, всем им уже за 70. Уже скоро 80 будет в следующем году. Так что у нас сейчас где-то человек около сотни всего лишь. Когда мы их собираем, они довольны очень. Я считаю, что мы делаем для них хорошее дело. Семьи всех присутствующих так или иначе затронула война. С замиранием сердца и трепетом в душе ансамбль «Улыбка» исполнил для гостей песни о Великой Победе. По собственной инициативе и на свои средства ветераны ежегодно организуют праздник. Помогают и депутаты города. Огромное спасибо за тот труд, за то терпение, за то, что вам досталось, что вы вытерпели. Так или иначе, вы те последствия войны, по крайней мере, на себе ощутили гораздо сильнее, чем мое поколение и следующее поколение. И у меня большая к вам просьба, подрастающему поколению, детям, внукам, кому можно рассказывать, насколько это было плохо, насколько это страшно, чтобы новые поколения делали выводы и жили в мире. Все были счастливы и здоровы. Ветераны не так часто выбираются на какие-то мероприятия, поэтому такой праздник – очередной повод увидеть знакомые лица, вспомнить прошлое и почтить память ушедших, благодаря которым удалось победить в той страшной войне. Поздравляю всех ветеранов города, всех без исключения, с великим праздником, нашим праздником и Днем Победы, чтобы все помнили, эту победу. Это все наша победа, наших родителей, наших прадедов. Так что я считаю, что мы заслужили этот праздник. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.